Сегодня Чебоксарский железнодорожный вокзал стал еще и выставочной площадкой. Посмотреть действительно было на что. Подробности у Юли Важениной. В Чувашию прибыл чудо-поезд, в котором жители республики могут попасть в прошлое и будущее российских железных дорог. Поезд-музей представляет собой передвижной выставочно-лекционный комплекс. В нем 8 вагонов, каждый из которых посвящен какому-либо инновационному проекту или компании, представляющей свои разработки. Здесь вообще представлена различная, в каждом вагоне своя тематика. То есть есть и скоростное движение, и подвижной состав, также есть и инфраструктура российских железных дорог, обслуживание, то есть их. Также есть и космонавт, Челябинский метеорит у нас находится. Также имеются тренажеры, где показывается, как обучаются машинисты, либо водители на специальную технику, которая у нас ездит по железнодорожному полотну. Горожане смогли увидеть уменьшенные копии железнодорожного терминала аэропорта «Адлер» и железнодорожного комплекса на космодроме «Байконур». А вот такую технологию железнодорожники используют сейчас особенно активно. И неудивительно, она позволяет до 80% сэкономить электроэнергию. Представляет она светодиодную матрицу, внедренную внутрь каркаса, обтянута снаружи высококачественным текстилем. То есть на данном стенде мы можем с вами как видеть, так и управлять светильниками RGB до 16,5 миллионов различных насыщенных и ярких оттенков цветов спектра. Большинство этой системы устанавливается в офисах для проведения пресс-конференции, для собеседования, для рабочего персонала. В широком смысле экспозиция комплекса – это история инноваций на транспорте. 34 макета подвижного состава и сопутствующей инфраструктуры демонстрируют эволюцию железнодорожной техники. От паровоза Черепановых до наших дней. Особый интерес вызывают действующие тренажеры. Любой желающий может побывать в кабине машиниста. Кстати, сейчас я нахожусь в электропоезде «Ласточка». От Калининграда до Владивостока. За 3 года своего существования поезд будущего уже проехался по всей России. Не в первый раз он приезжает и в Чебоксары. Этот выставочный комплекс, он полезен как для обычных граждан, так и для железнодорожников, вот, так как он как бы развивает культуру и понятие о железнодорожном транспорте, о инновациях, новинках, которые внедряются в железнодорожном транспорте. Вот, все очень понравилось, интересно. Выставка сделана на хорошем профессиональном уровне. Экскурсоводы, которые знают свое дело очень хорошо, прослушав, можно понять, о чем идет речь даже непосвященному человеку. Это приятно, что в Чебоксары познакомились с такой, как говорится, техникой. В столице Чувашии чудо-поезд пробудет 3 дня. Так что у вас еще есть возможность заглянуть в будущее. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.